В Твери продолжается реализация программы поддержки местных инициатив. 8 проектов жителей реализуются в Пролетарском районе. Один из них – строительство детской спортивной площадки во дворе дома номер 7/1 по первому переулку Красной Слободы. Раньше на месте этой площадки стояли гаражи. Но жители дома решили, что хотят видеть вместо автомобилей детскую спортивную площадку. Они собрали инициативную группу и подали документы на участие в программе поддержки местных инициатив. Мы-то гаражи все убрали здесь. Вот здесь была площадка, то кошки, то собаки. Ну, безобразие. Детишки играют, по машинам бьют. Понимаете, то в стекла попадает, то еще что-то. Ну, вот здесь оно возникло само собой. Тут надо построить детям организованную площадку. Мы помогли им подготовить необходимую документацию для участия в данной программе. Сами жители разработали проект того, что они хотели бы видеть у себя на придомовой территории. Строительные работы завершены на 80%. Скоро здесь появится многофункциональная площадка, где дети смогут играть в футбол, волейбол и баскетбол. Вместе с жителями качество работ контролируют депутаты и общественники. Строительные работы выполняются строго в соответствии с проектной документацией. И замечаний на сегодняшний день к ходу выполнения работ у нас в администрации нет. Жители этого дома планируют продолжить участвовать в программе местных инициатив. В числе первоочередных задач – установка системы видеонаблюдения. Напомним, что финансовое участие жителей в программе обычно составляет около 10%. Остальные средства на проект выделяются из бюджета.